А что такое средняя дистанция? Вот это та самая дистанция, когда противника можно достать согнутой в локте рукой. Журналисты и аналитики уже записали эту схватку в кандидаты на бой года. Есть такая номинация в мировом профессиональном боксе. И ни одной попытки захватить противника, связать его, затолкать нету. Он рискует, но и ввергает, что называется, в зону риска и противника. Альварадо, короткая комбинация. Попытка встретить. Это Альварадо. Руслан под правый удар. Незаметно. Ну, вообще, Проводников подходит без проблем. Посмотреть, что из этого выйдет. Альварадо в этом компоненте тоже не промах, видите? Идет на обострение. Пока что, пока не устал. Стойку поменял. Навстречу с дистанции. Неплохо. Но надо не забывать, я имею в виду Альварадо. Альварадо попадает кроссом. Но вот сама эта манера, она держит напряжение противника, сбивает его с прицела. Видите, как коротко и жестко бьет Руслан. Размен в средней дистанции. Решил обострить обстановку. Давит Руслан. Пропускается. Не так-то просто попасть Проводникову. Да, он пропускает. Ну да, попытка прижаться. Но опять-таки, обратите внимание, никаких захватов. Плотность боевых действий. Что сейчас, в общем, наступает перелом в бою. А здесь бокс очень чистый, что называется. Без грязных приемов. При всей его жестокости. В этом эпизоде. Обратите внимание, особенно Проводников, насколько коротко размашки.
Нет, издали, конечно, не достанешь. Не знаю, как вам кажется, у меня складывается ощущение, что выискивать цели и уклоняться от ударов попал сейчас Руслан. Видите, насколько сразу же возросла мощь, ударная мощь Проводникова вот в этот момент. Будешь хватать противника в объятия. Второй нокдаун. Подойди ко мне, говорит Тони Викс. Не хочу разводить тут никакой критики, но мне кажется, Руслан сейчас отпустил противника. Отпустил его. Почему, не могу объяснить. Это называется боевой настрой Альварадо. И ну посмотрите, просто безобразие. Я не знаю, тренер должен его отчитать за это. Да, вложился, промазал, самому стало смешно. Конец 10-го раунда. По-моему, сейчас доламывают чемпионов. Вот так бой. После этой серии ударов в голову потерял ориентировку чемпион. Пошел не в тот угол. Одиннадцатый раунд. Но ну что, друзья, поздравляю вас с новым чемпионом мира, Руслан Проводников. Майку Альварадо нечего стыдиться. Он сделал все, что мог. Official time. The end comes. At the end of round number 10, the winner by TKO victory, and he is the new WBO light welterweight champion of the world, Domi Gospoda, the Rocky from Siberia, Ruslan Provodnikov.